развития умных бомб задает российский оборонпром. После сброса с самолета бомба сначала падает вниз и тут же начинает подруливать. В это время телевизионно-корреляционная головка самонаведения запоминает участок местности, на которой находится объект, и ведет бомбу еще к этому объекту, помогая в полете рулями. Вот как выглядит попадание КАБа в замаскированную цель. А теперь отматываем ролик к началу и считаем название боеприпаса КАБ-500ОД, объемно детонирующее. Это то, что делает, например, тяжелая огнеметная система «Санцепион». Объемно детонирующий взрыв выжигает все живое. Приблизительно вот так. Именно поэтому такой вид КАБов используется крайне редко.